Трое детей остались без мамы. Продавца в Бурятии зарезали прямо за прилавком магазина. Девушку убил один из покупателей за то, что она не давала в долг алкоголь. Истекающая кровью Ольга только лишь успела набрать 112 и сообщить о случившемся, а после этого потеряла сознание. Женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. У нее остались трое детей – две дочки и сын. В Курумканском районе полностью сгорел дом. В момент возгорания хозяина дома не было. Однако он рассказал, что за день до пожара на заимке оставался его брат. Во время тушения мужчина обнаружено не было. Сейчас его ищет весь район. В Тункинском районе Бурятии пропали двое мужчин. В конце октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку. Тревогу забил местный житель, когда через 10 дней лошади вернулись домой одни, без всадников, без седел и уздечки. Что случилось с мужчинами, пока неизвестно.